встречаешься с молодыми людьми, умными, подготовленными. И когда очень часто многие мои ровесники говорят, вот какая сегодня молодежь, у нас прекрасная молодежь. И когда говорят, что ну, на кого надеяться, я сразу вспоминаю своего отца, который мне говорил, ну, какое вы поколение, вот в чем вы ходите, а тогда первый пошли джинсы, клеш, длинные волосы. А пришла пора, и именно это поколение отобрало свою независимость, скажем, создала какие-то произведения искусства, побила рекорды спорта. То же самое вот сейчас. Ты смотришь, молодые, прекрасные лица в зале, умные вопросы. И поэтому я думал, что буду здесь час, меня ждут коллеги. А я еще бы остался, если бы просто мне напомнили из зала, что уже все, пора идти.